Всем привет, с вами я, Кирилл Лирика, и сейчас в этом видео я бы хотел вам показать сравнение 30 и 60 FPS. Видео снималось в разрешении 1360 на 768 в 30 кадров в секунду. Кодировалось оно с помощью программы Nero Video 1280 на 720 и 60 кадров в секунду. Давайте посмотрим, что было. А вот что получилось после кодирования. Можно заметить малюсенькие артефакты, и вот что получилось в сравнении. А еще, когда смотришь YouTube 480p, тогда FPS только 30. И тогда, получается, нельзя смотреть 480p 60 FPS. И вы сейчас попробуйте. Вместо 720p 60 FPS поставьте 480p. И вы увидите разницу, как изменился FPS. Видео стало неплавным и все такое. Напишите в комментариях, хотите ли вы таких мини-роликов, или, как всегда, обычные длинные по 10 минут ролики. Ну, а всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока!